Всем друзьям доброе утро. Вот такой кекс сегодня утром испекли с ребятами. Вот, будем сейчас пить чай. Такой красавчик. Пышный-пышный получился. Как-нибудь надо рецепт вам снять. Докупили мы, друзья, вот эти вот корзинки в Леруа, которые я вам говорила, пластиковые. Они вот идеально подходят для шкафчика, который тоже там брали. По размеру прям, и вот вдвоем они хорошо стоят. Единственное, что белых не оказалось, пришлось брать серые. Но ничего, серые тоже хорошо смотрятся. Можно, в принципе, серые вот эти вот посередине чуть выше поставить, а белые между ними посередине. Тогда будет лучше смотреться. Но вот не оказалось белых. Либо потом белые можно на кухню забрать, а сверху еще две корзинки серые вот эти вот купить. Сверху я еще пока не знаю, как все это организовать. Все стоит, вот как вы видите. Ну, а в корзинках очень удобно. Нету как бы такого вот бардака. Сразу заходишь, и в глаза это так вот не бросается. Ну, здесь у нас пока все так. У нас вот ватные диски, только здесь вот организованные палочки. Тоже я покупала специальный боксик. Всякие тут кисточки. Ну, вот под резиночки и под расчески пока вот... Такое, что нашли. Друзья, потихонечку учусь организации. Надеюсь, когда-нибудь мой дом будет, как сказать, более удобным, организованным. Это очень важно для нашей семьи, чтобы проще было наводить порядок. Все лежало на своих местах. Особенно в большой семье это вот прям очень актуально. Ну что, Семен, намылись, скажи, зарядку сделали, памперс поменяли. Теперь что только остается? Покушать? Ну, немножко попозже, сейчас пободрствует. Ты гляньте, тебе тут. Смотри, какие груши. У него вот тут еще висит, но высоковато, правда. Такая вот кошка тут. Пищал раньше. Слоник опищит еще. Это еще Ванюше покупали. Ну, игрушки некоторые сохранились. Если они хорошего качества, то сохраняются хорошо. А если такие какие-нибудь китайские, пластик, например, то уже их в живых, конечно, нет. Да и вообще опасно, наверное, такие игрушки покупать дешевые. Лучше на детях не экономить. Все-таки это опасно. Они в рот суют дешевый пластик вот этот. Поэтому обязательно только с магазинов брать качественную игрушку, проверенную, чтобы не было аллергии у ребеночка. Случайно чего-нибудь там не съел каких-нибудь бусинок внутри, если пластик быстро рассыпется. Поэтому безопасность, конечно, в первую очередь. Да, малыш? Ню. Счастливый. Тебе сегодня, кстати, 2 месяца. 1 марта. Вот мы решили, что он у нас 29-го родился. Ну, так как 29-го не было, 28 дней нынче в феврале, поэтому 1 марта. Вот, 2 месяца, такие мы большие. Наверное, или завтра, или послезавтра идем сдавать кровь в больницу. У нас уже есть направление. А это не из-за того, что мы болеем, а просто это положено так. Сдать кровь, мочу, посмотреть, все ли в порядке. Гемоглобин обязательно посмотреть, хватает ли железа малышу. Если что-то будет не хватать, то, я думаю, витамины выпишут. Но так как я тоже витамины принимаю, и он... На груди еще пока. Ну, мы наполовину грудь, половина у нас смесь. Там тоже витамины. И я пью витамины. Так что я думаю, что, возможно, железа нам хватает. У меня, по крайней мере, кровь нормальная. Когда я при выписке, мне анализы брали, все хорошо. Гемоглобин у меня был в норме. Мясо мы кушаем. Так что я думаю, что все будет нормально. Ну, посмотрим, в общем. Сдадим, там анализы придут, пойдем на прием еще запишемся. Ну, мы анализы сдадим и там же постараемся записаться. В Листвянку придется ехать, у нас здесь нету врача. И там и анализы, и врач у нас. Пускай посмотрит, все. Ребятишки в прятки играют. Ваня, все, они спрятались. Иди.
Ваня почему-то у нас все в трусах ходит. Пойдем, если и Саня тоже. Дома тепло. Бегают. А может он на таз спрятывать? Саша сегодня увез ребятишек. Они едут в Читу. Миша и Надя на 5 дней на соревнования. Поэтому, ну вот, как-то так. Саша их увез. Сегодня. Сейчас пошел к моей маме. У нее что-то там с розеткой, с проводами. Пойдет, посмотрит. Наверное, поменять надо. Тоже сейчас чаек быстренько попью. Вот. Сразу в заваренчик завариваю с шиповником. Вот он уже закончился. Поэтому все надо выкинуть, помыть и по-новому все заварить. У меня вот тут вот так вот все стоит, все, что нужно. Так, и молочком разбавляю еще. Не можете найти, да? Нет. Хорошо спряталась. Там что-то слышно. Ты хоть ку-ку скажи. Нет. А то они найти не могут. Даже не подозреваешь, что ты под шторкой можешь сидеть. Ку-ку книхать. Давай сейчас. Ку-ку! Не знаю, кто это. Кукушка, наверное, к нам прилетела. Да. Кукукает тут. Да, кукукает. Есть у нас мама! Чё? Кукушка прилетела. Теперь нет, они тебя искать. Так долго будут искать. Ты прям так сильно-то не прячься, они еще так не умеют. Они вчера меня, Ваня сразу меня тут. Да? Нашел. Ладно, сейчас чай попью и надо их одеть. Бегает тут. Бесштанная команда. Пойдем вместе искать. Пошли. Саша не может найти никак их. Нету. Так. Ну-ка, наши зрители, посмотрите, нету ли там никого? Чё, мы нашли вас? Ну так нечестно. Надо играть по правилам. Чё, мы тебя вообще что ли не найдем? Где же ещё-то одна? Девушка, красавица. Вот она спряталась. Сначала вообще Ваня вот тут вот, и я тут спряталась. Потом Саша смотрит под кровать, там никого нет. Ваня такой вылазит и под кровать. Саня, палец. Мам, чё, давайте. Теперь Ваня ищет. А где? Папа пришел, все сделал там бабушке. Обогреватель подвесил и розетку. Ну ты иди чай попей, потом схватил его сразу. Сейчас ногти-то подстригнем. Да, скажи, чтобы ногти надо подстричь, что будет. Ногти, подстричь. Скажи, подождали оп. Бы. Оп. Тик, все, идем.